Уже к концу следующего года доля AMD на рынке серверных КПА превысит 10%. Не секрет, что AMD с выходом процессоров Ryzen смогла существенно нарастить свою долю на рынке как настольных, так и мобильных процессоров. К примеру, недавно мы узнали, что в странах Бенилюкса за 2 года доля AMD выросла с 10% до 43%. На серверном рынке у AMD пока и близко нет такой доли, несмотря на очень успешные КПА EPYC. Это обусловлено определенной инертностью рынка и зависимостью от ряда факторов, не связанных с производительностью и ценой самих процессоров. Однако еще в прошлом году сама Intel признавала, что ее доля на серверном рынке будет падать, а задача – не дать занять AMD 15-20%. Как сообщает источник, ожидается, что уже к концу следующего года AMD займет более 10%. В частности, уже по итогам прошлого квартала компания занимала 3,2% рынка, при том, что годом ранее ее доля составляла лишь 0,8%. Учитывая, что вскоре ожидается выход 7-нанометровых процессоров EPYC второго поколения, неудивительно, что скорость роста доли AMD на этом рынке существенно вырастет.